северной столице 1 июня стартовал Петербургский международный экономический форум. Это 12 тысяч человек из 130 стран. Среди гостей руководители государств, губернаторы, министры, директора крупнейших отечественных и зарубежных компаний. Присутствует на форуме глава Курской области Александр Михайлов. Самые важные мероприятия назначены на 2 июня. Подробнее по телефону нам рассказал замгубернатора Виктор Черных. Есть приглашение губернатора на круглый стол, который проводит Министерство образования по поводу работы Министерства образования регионов в этом направлении. Все, что касается вопросов, связанных с образовательными процессами, которые происходят на сегодняшний день. Второй вопрос. Агентство стратегических исследований проводит мероприятия, связанные с рейтингом регионов. И основное пленарные мероприятия, это которые проводит президент Владимир Владимирович Путин, на которые приглашены вот и все региональные лидеры, главы многих иностранных государств. То есть это очень серьезный экономический форум, серьезная экономическая площадка, вот, для того, чтобы потом сверить наши прогнозы, как нам дальше идти в экономике.